Всем привет, ребята, с вами снова Эдисон, мы продолжаем играть GTA 5, продолжаем проходить сюжетную линию этой замечательнейшей игры, и мы остановились тут, когда мы познакомились с сумасшедшим психом Тревором, который прям расквасил все лицо вот этому бедному чуваку, который хотел отомстить Тревору за то, что он шпилевилькал его девушку. Ух ты, Тревор. Но все же, ребята, мы сейчас будем ехать, доберитесь до Грейпсида. Ага. Если хорошо помню, то это, когда я давно проходил, это то место, где мы будем поджигать его, точнее... О, сейчас, ребята. Короче, Тревор уже догадывается про Майкла, что Майкл жив, и вот уже приказывает своим подчиненным идти найти его. Ребят, смотри, что с картой, что это за хрень? Я еду по дороге, показывается, что я еду где-то по воздуху нафиг. Его знать вообще где-то в космосе, наверное. Ух ты, нифига себе танк. По крайней мере, одна. Ладно, ребята, что нам нужно делать? Если я хорошо помню, то это то место, нужно будет в каком-то с этих мест поджечь ферму тех братьев. Это вроде сейчас или это позже? А, это может позже. А хрен его знает, честно, ребята. Что с картой? Что с картой, я не могу понять. Well, you know, as a matter of fact, I just did, just 10 minutes ago. Yeah, I saw her on the end of this penis here. Johnny ain't gonna be cool if you messin' with her again. Oh, really? Well, you don't think so, huh? Well, why don't we just ask him then, huh? Hey, cowboy, you mind that I fucked your old lady? Sorry, what was that? Well, no, you don't mind? Oh, because you're a dead man? And the only sentient part of you left is this little bit of brain and the gristle on the end of my boot? Well, thank you very much, cowboy. Bullshit. Oh, I like it, denial. Конченый Тревор. Now let's all hold hands, huh? Well, looks like you got something you want to say, huh? You got something you need to say? This better be bullshit. Well, where are you guys going, huh? Let's go, ladies. Тревор, мать твою, Тревор, вот бешеный псих. We follow the band back to the rest of them. Then the lost MC are out of this region for good. Следуйте за фургоном, ага. За фургоном, но значит вы нам, чувачки, нафиг не нужны. Раз нам нужно следовать за фургоном, то вы, байкеры, в жопу нам сдались. Теперь просто следуем за фургоном. Оу, про этого чувака сказал. То есть мне похрен, что находится на задних сиденьях, мне не страшно это потерять. А он как раз там и находится. Ой. Так, вот выехали. Упс, нет, не сюда, вот сюда. А, в принципе, можно, наверное, и туда было вот поехать, по этой дорожке. Мы бы, наверное, даже больше скоротили и срезали, точнее, путь, да, мы бы срезали. Ну, да ладно. Нам нужно его не обогнать и не убить, а просто-напросто следовать за ним. Ууу, я надеюсь, я допрыгну. Ух ты. Ребят, смотрите, что мне даже выскочило, что прыжок выполнен, и сразу мне сохранить предложили. Вот это круто было, реально. Такой прыжочек, я уже, знаете, у меня так сердце начало долбиться в то время, когда мы летели, думал, нифига себе, я сейчас не допрыгну, но все же мы допрыгнули. Так, вот, ребята, я перез... точнее,
свернул и заново зашел в GTA-шку, и как вы можете заметить, с картой все уже нормально. И сейчас показывается, что мы едем нормально, так по дороге, а не как раньше, да, что мы ехали где-то за метров так 15 от дороги, и показывал, что мы где-то вообще нахрен в космосе, да, летали, а не ездили. Так. Нам еще далеко ехать, какая машиночка, да, крутая. Ага, да. Желтая шкала под радаром обозначает уровень спецспособности Тревора. Нажмите кап, чтобы активировать ее. Ни хрена себе. А, это, наверное, бешеный еще нахрен. Бешеный Тревор, у которого, наверное, вообще за то, что... Он, наверное, урон не получает, как я понимаю. Или у него дальность там выстрелов больше. Не, он урон, ребята, не получает. Это эпично. И урон намного больше, да, как я понимаю. Ага. А где он? Ага. Эсхол сам. Ух ты, ни хрена себе! Твою мать, я хотел спрятаться, а не запрыгнуть на машину. Ладно. Ну что, паскуды, идите-ка вы сюда. Мы уже, ребята, на... Опа, лечилочка. А я даже не заметил сначала. Так, сейчас, ребята. Ну вот это вообще сумасшедшая спецспособность у этого Тревора. Пистолетик. Потому что с дробаша мы туда хрен дострелим. А, о, вот смотрите, ребят, смотрите. Опа, пух, пух, хренукс. Еще такой, знаете, slow motion нахрен. Asshole, только я это и слышу. Asshole, asshole. Хедшотик. Еще у вас много тут паскуд байкерских. Вернитесь к пикапу. А, смотрите, ребята, они убегают. Мудачня. Они убегают нафиг. Ага, нам за ними сейчас следовать, да, нужно? Или нет? Ну так залезай уже нафиг. Ага. Ага, это так и должно было быть, чтобы он вылез с машины. Доберитесь до трейлера у реки. Ну ладно, добираемся. Я не знаю, может оставить вот этих, пускай они едут дальше, или не оставлять. Ах, хрен, чувак. Ты байкер конченый, да? Прям спину ему зафигачили. Так, мы уже тут, ребята, практически. Ага. Я догадываюсь, что сейчас будет. Ну давай. Ух ты нафиг. Вот бешеный Тревор. Ага, дальше нужно, да? What the fuck, Trevor? This is the fuck, my soggy friend. You are out of business. The lost MC are out of business. The guns and crank in this area go through Trevor Phillips Enterprise, or they ain't going. Saying something don't make it true.
Trevor! It's only out of professional respect. Aztecas is an international enterprise. Think about it. They're gonna greenlight you after this. Ему нужно пригрозить, а не убить, да? I don't like the way he's looking at me. We was always cool. I think he gets it. The shot callers ain't gonna be happy. Я не понимаю, убить его или что? I'll go away, man, but my people. Ладно. Да, чисто, больше шутки плохи. Согласен. А куда нам? Ага. Доберитесь до дома Рона. Ага. Ух ты нафиг, я какой-то водила сейчас, или это такая тачка не очень? Ай! У нас танк-то получше, чем у тебя. Maybe not today or tomorrow, but as soon as the moment is opportune. Understood. Так точно, сэр. If I say I'm fucking dead, then fucking dead I am. I'm not gonna raise my balding head on a beach in 10 years' time, saying all is well. Is this about the ghost? Michael fucking Donnelly, yes it is. Oh, you told me about him. Your old running buddy. And who was the other one? Был? Brad. Was the other one? Brad. Он мотает срок в федеральной тюрьме. What do you think happened? I knew what happened. I wouldn't be bemoaning these last 10 years I've spent in ignorance. Some say ignorance is bliss. For a man with an interest, some may say obsession. Который интересуется, можно сказать, помешался на поиске правды. Ладно, мы уже тут. I was trying to console you. Get out of the car, Ron. We need time to think. Это убежище Тревора, припаркованные в гараже убежище машины сохраняются. Вы можете модифицировать свои транспортные средства в любом гараже. Чтобы сохранить игру, поспите на кровати, если хотите переодеться, подойдите к гардеробу. Пройдитесь по трейлеру и найдите, чем-то можно заняться. Ну ладно, сейчас пройдемся. Ну, в туалет сходить это можно 100%. Выполнено. Ну и чем тут можно заняться, мне интересно? Курнуть? Нет. Это гардероб? Нет. Ни хрена себе. Смотри, телевизор разбитый. У него вообще тут... Теперь вы можете зайти в тату-салон. Ага. Душ принять. Опа. You know I don't like using these things. They're listening. Then make it quick. That business thing's been set up. The Chinese guy, Mr. Chang, is at the inn. You said that on the phone? What the fuck is wrong with you, damn it, Ron? Now I'm gonna have to discipline you, and you know how I feel about that. Ладно, выходим, ребята. Да, видите, там уже букака. А показалось, куда нам нужно идти. Ребята, на этом мы уже будем, наверное, заканчивать эту замечательную серию. Я надеюсь, она вам понравилась. Вступайте в нашу банду крутых перцев. Все, что вас требуется, это просто на меня подписаться. Буду очень этому рад. И также буду рад, если вы поставите лайк. Чем больше лайков, тем быстрее выйдет новая серия GTA 5. Пиксельмона и, в принципе, вообще других видео. Каждое видео взаимосвязаны. И если я вижу, что на каком-то из них набирается нормально так лайков, то вообще новое видео выйдет еще быстрее. Ребята, на этом мы заканчиваем. Оставляйте свои комментарии, не стесняйтесь, буду очень рад их прочитать. Люблю, когда много комментариев, и я их всех читаю до последнего, каждый ваш комментарий, и пытаюсь на них ответить. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.